вообще большие молодцы, тут такие голы нам бьют, да? Поэтому мы просто не успели. Если бы мы готовили заранее за год, я думаю, у нас бы было там, как матрешка, больше футболистов, и, наверное, кумир с каждой стороны. Мы могли бы даже на это рассчитывать. Двух футболистов, кстати, делали по одной картине 2 месяца. Делали 5 человек. Получается, 2 месяца 5 человек. Это достаточно долго, потому что надо разобрать, подобрать оттенки. А бывает так, что не похож, и все снимаешь там слой, а грязь начинаешь приклеивать. Это такой достаточно тяжелый труд. Но зато радует вас, что получается более сочный цвет. Такой. Если бы вы красили. Я говорю, нет. Это все природный цвет, камень, все выпуклость. А вот у вас в больших картинах, помимо гарких, или серых до сих пор? Вмешиваю банки, для форм, неудобно его носить, но чтобы он был прочнее. Он очень прочный, его потом очень трудно отодрать. Она имела достаточно мощную энергетику, потому что это очень много значит. Мы разговаривали на эту тему. Сейчас, 15 июля, мы будем делать там очень большую объемную работу. Будет на... Вот эти жилки выбираете самые темные цвета. Они такие милые. Попробуйте. Попробуйте. Мозаику собирать. Видите? Очень красиво, и быстро соберете листики. И симпатично, и так люди. А первого мы выбрали Талапа, и он был не очень известный вообще футболист. Он футбол мы как-то даже особо и не думали делать, главное, чтобы он был узнаваемый. Наши главные критерии будут стучать. Сегодня пойду болеть в фан-зону. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.